делюсь рецептом фруктового салата с грушей и виноградом. Он получается сочным, изысканным на вкус, хорошо сочетается с белым вином. Подойдет в качестве легкого перекуса. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат с грушей и виноградом. Вместо салатного микса можно взять руколу или шпинат. Грушу лучше выбирать плотных сортов, чтобы она держала форму, но сочную. Виноград лучше подойдет зеленый, без косточек. Салат готовится просто и быстро, так что обязательно попробуйте. Виноград 50-70 грамм. Груша 1 штука. Салатный микс 50-70 грамм. Айсберг, романа, радича. Грецкие орехи 30-40 грамм. Сыр 40 грамм. Соль по вкусу. Черный молотый перец по вкусу. Оливковое масло 1-2 столовые ложек. Сироп топинамбура 1-1,5 чайных ложки. Горчица зернистая 1 чайная ложка. Сок лимонный 1 разделить на 2-1 столовые ложки. Количество порций 2. Подготовьте все ингредиенты. Для заправки смешайте горчицу, сироп топинамбура и лимонный сок, тщательно перемешайте. Затем влейте оливковое масло и еще раз перемешайте до однородной консистенции. Груши помойте, удалите сердцевину, нарежьте тонкими ломтиками. Виноград и салат помойте, обсушите. Крупный виноград можно разрезать пополам. На сухой сковороде обжарьте грецкий орех. Соедините в большой миске груши, зелень, виноград и крупно порубленные орехи. Добавьте заправку, соль и черный молотый перец. Аккуратно перемещайте. В конце добавьте нарезанный тонкими пластинами сыр. Салат с грушей и виноградом готов, приятного вам аппетита!